рисует с фотографией, да? Да, вы должны загрузить. Фотография, картинка, либо можно сгенерировать изображение. У нас подключен Stable Diffusion, это тоже искусственный интеллект, который генерирует по словам. То есть, если вы не знаете, что вы хотите нарисовать, вы можете забить слова, он выдаст вам картинку, картинка, если вам понравится, вы загружаете ее уже в это приложение, и то есть, такой получается чисто арт нейросетей. Вот это вы загрузили. Да. И робот теперь ее рисует. Мы делали целую коллекцию, мы генерировали эмоции человеческие. А краска это какая? Гуашь? Это масло. Масло? Это масляная краска, да, вот там растворитель. То есть это прям полноценно. Но он после краски сейчас пойдет помоется? Я не знаю. Он сам решает, когда помоется или не помоется. После красной может не мыться, а пойти, например, взять желтую, если ему нужно замешать краску. То есть он может. Да, видишь, нет, решил мыться не буду. Ой, я прям предугадала. Я робот. Нет, робот как вы. Да. То есть он вот красный, потом желтый. Это, скорее всего, ему нужно какой-то зеленоватый оттенок получить, поэтому он его сейчас замешает. Нужно на картинку посмотреть. Да, да. Тут, правда, солнце теперь стало. Так ничего, что-то. Это исходное изображение. То, что должно получиться в итоге. Но, естественно, есть небольшая погрешность, потому что все равно оттенки — это экран, здесь оттенки могут уменьшаться, сдвигаться от 30 тысяч, потому что это абсолютно уникальная история. Я поняла. Вы не только картину все получаете, вы получаете еще видео, как это все происходит в быстром варианте. Это размер 40 на 40. Очень-очень много. То есть вот эта картина, она рисуется 11 часов, потому что полностью много покрывается деталей, да? Холст, очень много деталей, очень много разных насыщенных цветов. То есть вот винный парк, он там, по-моему, заложено 8 часов, потому что, ну, тоже довольно много. И то есть мы все спать пойдем, он будет до дня рисовать? Нет, нет, нет. Нет, он только при людях? Да, он только при людях, к сожалению, без меня он не рисует, потому что мне все равно нужно давать ему команды. И промывать, вот он пока не промывался. Вот. Ну, на портреты уходит где-то 6-8 часов. Ой, такой помыться сам. Да, сам помылся, вытерся и пошел дальше. Что делать не надо, да? Ну, почти. Краски нужно замешивать, смотреть, чтобы он.